Добрый день, уважаемые телезрители информационного агентства «Кипресс». Сегодня ITV продолжает серию своих дебатов. Пригласила в студии двух депутатов Бишкекского городского кенеша. Справа от меня представитель Бишкекского городского кенеша Алмаз Кененбаев. Слева от меня представитель партии «Замандаш» Анарбек Сарымзаков. Добрый день. Поговорим о проблемах города, да? И как, что решает, какие вопросы решает Бишкекский городской кенеш. По вашему взгляду, есть ли изменения в городе за последнее время и с чем это связано? Ну, на сегодняшний день, если можно, да? На сегодняшний так, пожалуйста. День вообще в городе очень много вопросов и проблем, которые нужно решать. Многие вопросы на сегодняшний день, они решаются, идут. Но я думаю, что есть изменения. На сегодняшний день, я думаю, есть изменения, есть немалые изменения. Конечно. Ваша партия перед выборами Жоркенеш, ваша партия в Бишкекском городском кенеше пережила такой массовый исход. Да? Вы этот кризис уже преодолели? И чем вообще он был связан? Ну, спасибо. Я пользуюсь случаем тоже поблагодарить вас за то, что пригласили нас. Кипресс, мы встаем и смотрим, сразу информацию получаем через... Да, спасибо. Да. Мне приятно сегодня действительно поучаствовать у вас в передаче. Вот. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить весь горожан. Город Зуай только что закончился с этим праздником. Поздравить горожан. Ну, партия, она как бы живой организм. Она обновляется, кто-то уходит, кто-то приходит. Это естественный процесс. То, что было, оно, видимо, там кто-то хотел идти через другие партии. Я не могу комментировать вот их причины, в чем причина была. Тут каждый должен сам отвечать на этот вопрос. Но мы этот период уже прошли, другие депутаты, которые на очереди следующие уже пришли, они работают успешно, продолжая те программы партии, которые приняты были, те наказы, которые уже мы обещали в 2012 году, они продолжаются, выполняются, но с трудом она идет своими темпами, как говорится. В 2008 году вы тоже выдвигались в Бишкекский городской кенеш. Вы были директором, по-моему, генеральным директором, да? Горно-промышленной компании F-класс. F-класс, да. А вы новой биографии этот момент упущен, да? Вот который висит возможно, у вас на сайте. Возможно. То есть вы забыли просто? Да, забыл.